Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Забираем свою ежедневную награду. Так, у меня $360 становится. Значит, мы с тобой покупаем сразу же 10 откатов. Так, подожди-ка секунду, давай здесь заберем награды. Так, открыть колоду, сразиться в боях. Друзья мои, я не могу понять, в чем проблема. У меня до сих пор еще не открываются эти карты, понимаешь? Уже прошло больше суток, и я не могу ни колоды открыть, и также не могу получить свои законные 10 откатов. Вот это меня раздражает. В чем проблема? Что там у них опять накрылось? Ладно, давай откроем с тобой бесплатную колоду. Нам все равно нужно с тобой задание выполнить. Что нам тут выпадет? Ага, Эйприл. Ладно, пускай будет Эйприл. Так, забираем здесь награду и идем дальше прокачивать нашего Шархана, тигриного когтя, вот он. Так, заходим в навыки и... Так, а что мы хотели прокачать ему? Вот это вот? Или морозный луч? Нет, по-моему, мы хотели тигриный глаз, да? Нам нужно еще два пульта найти. Погнали. Так, пока неудачно. Один нашли. И второй нашли, замечательно. Ну что, прокачиваем до второй ступени. И смотрим, что нужно для третьей. Так, нам нужно с тобой найти одни очки 3D. Пока есть возможность, ищем, да? Пока у нас задание еще не выполнено. Ну, да ё-моё, ну что за дела-то? Да ну хорош, ну очки, ё-моё, это же очки. Просто очечки, вот-вот. Просто очечки, я же говорю. И, блин, ну 8 ящиков с инструментами. Так, у нас там задание не выполнено еще, нет? Уже выполнили, понятно, ребят. Ладно, в следующей серии, я думаю, найдем все, что нужно и прокачаем. Так, ну что, остается поднять уровень персонажа. У нас сколько там мутагена? 19 000. 19 тысяч, кого будем качать-то? Тимати, может быть, а? Поднять до 70 уровня. Потихоньку, да, качать его. Как бы провокаторы нам в команду, если честно, нужны. Ну и хиллеры тоже нужны, об этом не стоит забывать. Так, в магазин, понятно все. Здесь у нас пицца. Так, ну что, мы с тобой рванем на турнир. Испытания у нас, по-моему, все сделаны, да? Космические странности. Да, здесь мы с тобой прошли. День Дони. Не знаю, может быть, попытаться сегодня пройти. Или же просто пофармить. Друзья мои, предлагаю просто пофармить. У нас с тобой сыр есть. Давай попробуем сейчас кого-нибудь здесь вытянуть классного. Маяк. Ну, специально же... Ноутбук еще лучше. 40 жетонов. Блин. Так, Рафаэль Космос. Окей. Леонардо Космос еще лучше. Так, еще попытки есть. $3, блин, ну хорош. Так, Майки Космос. Так, один Донателло остался, шансов мало, поэтому лучше нам переключиться вот сюда. Или же... Блин, нейтрализатор. Ладно, попробуем. 35 жетонов. Еще 35 жетонов. Ну, серьезно, что ли? Блин, все, ребят, сыр закончился. Но все равно, я считаю, неплохо. Неплохо. Черепашек несколько вытащили мы с тобой, да? ДНК на них. И мы с тобой идем прямиком на арену. На аренке мы с тобой находим опять в Лиге Мастеров. Да что ты будешь делать? Что они мне все скидывают оттуда? Кстати, подожди секунду. В магазин надо зайти. Предметы. Так, здесь мы с тобой ничего не приобретем. А вот тут вот. Вот тут. Мы берем 3 ДНК на нашего Леонардо Классика. По жетонам на сколько надо? 710? А, 610. Слушай, берем Рафаэля, видение. Все, шикарно. Так, ну а теперь подожди секунду. Подожди секундочку. Я хотел еще, чтобы не забыть, крутануть рулетку. Поехали. Три разика крутанем с тобой. А вот что-нибудь да вытянем. Кейси Джонс фильм. Ладно, одно ДНК. Еще разок. Блин, я хочу, честно говоря, вытянуть пак. Бибоп фильм. И везде одно ДНК, да? Вот на постой. Давай что-нибудь там, хотя бы две ДНК, я не знаю. Ну, нет.
Не сказать, что хорошо, но и неплохо. Неплохо. Ну а теперь все, ребят, идем на турнирную арену. Мы 54 место имеем. Нам нужно с тобой подниматься ввысь. И для этого мы возьмем с тобой Максима. 5 откатов. Дай-ка я куплю еще 10. Потому что неделя уже заканчивается скоро. Когда скоро? Завтра уже пятница, да? Пятница, пятница. Вот, и нам нужно наверстывать. Потому что 100% меня скоро выпишут. Скорее всего, в пятницу. И я приступлю к работе. А ты сам знаешь, если я выйду на работу, то видосики будут выходить намного-намного реже. Так, возьмем вот этих вот ребятулек. Ну, я думаю, что этого достаточно будет. Разобраться с этой командой. Плюс, сегодня, наверное, друзья мои, мы сходим на смятение из другого измерения. Да пройдем, получим с тобой ДНК. Так, давай, Паукус, добивай их всех. Упс, как это ты так, Паукус, ну хорош. Не добил. Вот, змея-кора и то умнее оказалось. И своим криком, как говорится, всех уложила. Всех оставшихся. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше и смотрим. Кстати, у меня там чайничек вскипел. Надо кофейку налить. Так, двигаемся с тобой. На какую позицию? 40-я. Ребят, секунду, подождите, налью кофе. Так, ну что, горячий, бодрящий налил. Поехали. Ранг у нас 40-й. И давай-ка мы с тобой возьмем, наверное, Люциана. Люциан. Так, значит, здесь мы возьмем, наверное, вот этих двух. Хан. Это опасно. Так, тигр, подожди. Давай зэка возьму. Для чего беру зэка? Чтобы бросить бомбочку на замедление. Потом уже Леонардо, наверное, все-таки разрулит ситуацию, да? Будем на это надеяться. Ну-ка. Отлично. Он не подвел. Он нас не подвел, друзья мои. Так, сегодня мы переходим с тобой в Лигу Мастеров 2 звезды. И при этом мы должны еще в трехзвездочную... Нет, в двухзвездочной получить 50-е место. Вот такие планы на сегодня я поставил для себя. А вот получится у нас или нет, это мы с тобой увидим. Для того, чтобы это все сделать реальностью, нам надо будет очень много отыгрывать слабых наших персонажей. Очень много. И тратить как можно меньше наших хаев. Только в этом случае у нас будет успех. Другого варианта здесь, ну, ребят, никак не получится. Но ты сам понимаешь, да? Чем выше мы с тобой идем по рангу, тем сильнее противник. Соответственно, тем больше рисков. И тем больше мне приходится брать имбовых героев. Вот сейчас посмотрим, как Лео сделает. Но, в принципе, ребят, неплохо. Неплохо сейчас, если Шархан... Так, защитку, да? Вот Кирби, если ударят, будет плохо. Поэтому нам надо с тобой уничтожить, во-первых, Сплинтера. Окей. И, блин, Мондагека. Что же сделать? Наверное, ускорим. Ускорим команду. Будем надеяться, что нейтрализатор... Воу-воу-воу. Твою ж налево, ребят. Я, честно говоря, думал, что он все-таки просто выстрелит батарангами или из бластера. Но он, видишь, хвостом. Он сделал свою ульту. Ну и, естественно, Мондагека рассыпался. А все почему? Потому что, опять же, у меня не дошел... Даже не то, что не дошел, у меня не было провокации. Вот и все. Без провокации, конечно же, бьют самого слабого. Ну что ж, давай двигаться тогда дальше с тобой потихоньку. И здесь я выберу Хоббита, да? Мы берем Хоббита, Лео. Сюда я, наверное, возьму все-таки еще Усаги. И попробуем вот так сделать. Здесь Хан. Блин, Хан. Слушай, ну... Я знаю, что сейчас первым ход сделает наш Усаги. Дальше все зависит от того, сколько он повесит урона. И на всех ли он повесит постепенку. То есть Хан будет после него ходить. По идее должно быть так. Я могу ошибаться. Смотрим. Сплинтер, ладно. Слушай, нет, друзья мои, почему-то здесь Хан не стал ходить первым. Точнее, вторым после Усаги. И благодаря тому, что Леонардо, естественно, вырвал инициативу, он всех уже добил. То есть, грубо говоря, мы здесь с тобой неплохо отыграли. У нас еще 12 откатов. Мы с тобой перемещаемся на третью, вторую, первую даже позицию.
То есть, слушай, задача выполнимая на сегодня моя, получается, да? Так, берем с тобой Леонардо, возьму сюда Железноголового, Сплинтера и Сплинтера. Ну и давай вот возьмем с тобой Хана вместе с Крипом. На что я тут рассчитываю? Рассчитываю, честно говоря, на провокацию. И надеюсь, Леонардо хоть кого-нибудь здесь все-таки положит. Опа. Тихо. Блин, ну давай вот так вот дебаф на них повесим. Сплинт. Так, кто у нас ходит сейчас? Роквелл, да? Роквелл будет ходить. Слушай, Сплинтер сможет его завалить? Ну-ка. Есть. Так, Эйприл хиляет. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, я беру, друзья мои, провокацию. Уж извините. Так надо. Блин, Хан, ты держись. Так, Крип. Крип у нас... он не хиляет. Он только сам себя может хильнуть. Ну-ка, давай шипы тогда сделаем. Мимо. Ну, естественно, мимо. Леонардо хильнет всю команду. Блин, да Хан, что с тобой не так, а? Блин, Майки, он же может, ребята, сделать массовую атаку. Понятно. А так, если... Бомбим, короче. С ракетами. Так, ну что, ребят, здесь победушка, скорее всего, будет за нами, потому что Донателло мы с тобой истребляем. И... Нет, 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 у него же контратака. Есть! Фу, Хан пробил. А знаешь, почему пробил? Все, ребят, я понял. У него уже была пониженная защита, вот что. А так бы фиг бы мы пробили. И он бы контратакой мог бы даже Хана завалить. Вот что оно. Так, ну ладушки, как говорится, повезло. И ладно, у нас с тобой... какой там? 89-й ранг. Боевков еще очень много нужно провести. Возьму сюда Рахзара. Рискую брать вот этих двух и к этой команде присоединю Змейка Вьюна. То есть, понимаешь, да, Леонардо основной дамагер, а Рахзар провокатор. Плюс с повышением точности, или что там у нас? Он на крит делает? Или, а, на защиту, по-моему, да, у него идет? Вот когда мы делаем провокацию, сейчас посмотрим, я не помню. Вот смотри, провокацию делаем, он... Ага, всем повышает атаку. Вот что он делает, ребят. Эйприл, ты достала все время хилять. Не вовремя она это делает. Так, массовая атака от Змейка Вьюна. Неплохо, кстати. Так, Рахзар выстоит. Блин, ну хилять надо его. Так, Эйприл уже хильнула. Она потратила, да, свою эту способность. Так, Донателло. Донателло нужно пробить. Фигня. Так, хиляемся, наверное, да? Хиляемся. Потому что у Рахзара мало здоровья. Вот. Слушай, ну он неплохо хиляет, кстати. Очень неплохо. Уничтожаем с тобой Донателло. Так, дальше мы уничтожим с тобой Рафаэля. Так, Майки, дудки тебе. А если мы вот так вот... А, Эйприл, да? Эйприл. Да мы даже Эйприл не можем, ребят, наказать. Еще одна массовая атака. Донни, хорош. Блин, массовую сделал, да? Так, попробуем сейчас... Оу, у них защита стоит. Ну, хотя бы Эйприл уничтожили. Так, давай Микеланджело добьем. Попробуем. Есть контакт. И остается Донателло. Промахнулись. Слабенько. Зачем я сделал уклонение? Ну-ка, так пробьем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Массовую атаку делает. Кто-то сейчас упадет. Тихо, 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 ребята. Пока все целы. Да что такое-то? Я офигею, блин. Все. Да, Донателло на самом деле, ребята, очень сильный. В плане того, что не по физухе, а именно по защите. Фиг его пробьешь. Мы только пробили его благодаря тому, что Рахзар понизил ему защиту. У него была повышенная. После удара мы ему понизили. И только после этого Леонардо смог его добить. Хитро, конечно, хитро сделано было. Так, 10 откатов у нас с тобой есть. И еще... Еще мы с тобой возьмем, наверное, опять хоббит. Ладно, возьмем хоббита. Здесь вот так вот сделаем. И раз, два. Майки. Слушай, ну я надеюсь на то, что Микеланджело не успеет бафнуть свою команду. Хотя, скорее всего, успеет.
Ну а мы должны успеть до того, как отхилит морзильная кошка. По идее так. Сейчас проверим. Слушай, неплохо. Они, по-моему, все, ребята, они готовы. Да. Кто выжил, того добил бы постепенный урон. Так оно, в принципе, и получилось. Ну что же, мы с тобой тогда двигаемся дальше. 8 откатов есть. Мне нужно 50-е место. Лучше, конечно, вообще перейти в Лигу Мастеров 3 звезды. Это вообще было бы идеально. Так, а здесь я возьму Зеттани. Зеттани, хорошо. Беру Зеттани и придется брать вот таких вот ребят. Тут Сплинтер. Тут Донателло. Сплинтер, как всегда, контратакой будет заниматься. То есть он наверняка и Усаги немножко пробьет. И пробьет, скорее всего, нашего Леонардо. Нет, Леонардо он уже вряд ли пробьет, потому что мы его завалим. Так. На Донателло не повесили постепенный урон. На мухе тоже, кстати, не висит. Есть. Никто не выжил. Хм. Замечательно. Это просто идеально, ребят. Вот так вот и надо всегда бомбить. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. И у нас какая позиция будет? Ну, думаю, полтинник-то мы возьмем с тобой. 48-я, да? Еще есть три боя. Три боя у нас с тобой в запасе есть. Возьму Серегу. Возьмем с тобой Серегу. И тут уже 70-й, 74-й даже уровень есть. Поэтому надо брать подстраховку в виде Карайки. Почему Карайка, ребята? У нее тоже инициатива довольно неплохая. Я больше уверен, что там у нее есть скин. Почему скин я называю? Есть скилл, который можно прокачать именно на ускорение, типа как вот у Хана. Если прокачиваешь, да, этот скилл до хотя бы 6-й ступени, в 100 раз повышается вероятность срабатывания. Ну что, друзья мои, здесь тоже идеально все прошло. Мы победили всех. Давай двигаться дальше. Какая позиция? Так, 37-я. Ну что же, два боя еще есть. 37-я позиция. Хм. Шансы, конечно, малы, но они все-таки еще пока есть. Чтобы выйти в мастера 3 звезды. Полтинники. Надо страховать их. Надо их страховать через Дони. У нас, конечно, маловато остается персонажей. Да и к тому же еще один бой всего лишь на кону. Хм. Это будет интересно. Давай посмотрим, кто и как здесь у нас отыграет. Так. Слушай, ну видно, видно, ребята, сразу, что противник силен. Есть. И хорошо, что Усаги повесил абсолютно на всех постепенный урон. То есть, даже будь они выжившими, у них все равно оставалось бы мало здоровья. И с помощью постепенного урона на свой ход они бы упали. Так, и у нас с тобой 20 место. То есть нам нужно еще два боя как-то провести. Я могу, конечно, сделать здесь небольшую хитрость. Например, не будем брать с тобой 24-й вот кубки, где здесь, да? Хотя подожди-ка. Будем брать. И возьмем с тобой Лео, Рафаэля, Бакстера Стокмана. Вот так, наверное, лучше сделать. Я, короче, хочу сделать так, чтобы у нас получилось два боя. Понимаешь, да? Чтобы у нас получилось с тобой два боя, и мы смогли никого не потерять и заработать эти 20 кубков. Ну что, попробуем. Так, Микеланджело, если я даже поставлю уклонение, оно меня никак не спасет. А вот, например, Хану мы можем... А вдруг спасет? Ладно, давай сделаем. Сделаем с тобой уклонение. Сделаем вертушку. У них хила здесь нету. А, нет, и Майки. Майки хиллер. Ну, может быть, кого-нибудь уроним? Никого. Ну, естественно, Микеланджело хиляет. Но он не такой здоровый хиллер, да, как хотелось бы ожидать. Так, вот сейчас кто-нибудь упадет или нет? Ох, ё, вот это красота, друзья, вот это было красиво. Вот это было действительно красиво, потому что Армагон троих ушатал. Я думал, что он кого-то хотя бы одного, но... Пть,
Все даже очень круто получилось. Так, давай хильнем нашего Лео. У него замедляха, да? А, еще и суперударом. Оу, слушай. Так, надо бить Донателло. Пробивать. Надо же, даже крит урон нанесли. Так, добиваем с тобой Дони. И остается у нас Майки. Так, добьешь Микеланджело своего брата? Да, да. Друзья мои, вот этот бой у нас очень хорошо получился. Блин, ну Леонардо выдержал. Классно, мне понравилось. Так, и мы с тобой попадаем на... В плане. А почему только 13-я позиция? Как-то странно тут происходит это все дело. Ну что, берем Леонардо, берем Рафаэля, Бакстер Стокмана, ребят. И, ну вот тут, конечно, шансов у нас с тобой очень мало. Кого-то не потерять. Вот к чему я. Если Рафаэль, конечно, не встанет в провокацию, тут Хан еще, блин. Ну да, он ходит первым и, скорее всего, роняет нам Майки. Твою ж налево, почему? Почему так? Да вы оборзели, что ли, блин, а? Да, друзья. Паршиво сыграли. Я еще выбрал команду-то какую нашел, додумался, блин, взять. Где Хан? Майки. Фига Сплинтер звезданул. По Рафаэлю ты видел? Так, ну что, выпускаем волну, и это всех их уничтожит. Так, Хан еще выжил, да? Да, вот этот последний бой, конечно, мне не очень понравился. Разочаровал меня даже, я так скажу. Но я сам виноват, сунулся. Микеланджело, Хан, самые такие по инициативе, сильные. Три даже, два Майки и Хан. Ну, не попали мы с тобой в мастера три звезды. Ну, не будем расстраиваться, ребята. Главное, что цель у меня была получить 50-й ранг на Лиге Мастеров 2 звезды. А уже за 2 дня мы с тобой в топчик-то попадем. Единственное, почему не срабатывает реклама. Вот это меня просто бесит. Было бы сейчас у меня 10 откатов, мы бы с тобой спокойненько прошли бы туда. Ну что, теперь я так понимаю, мы с тобой идем на смятение из другого измерения. Правда, у нас с тобой очень мало пиццы. Так, давай, поехали. С этими черепашками мы должны разобраться, в принципе, на изи. Суперудары вроде бы у меня у всех есть. Так, делаем уклонение. Массовые атаки пошли. Так, давай-ка, наверное, сделаем с тобой массовую атаку именно Усаги и повесим постепенный урон на всех, к тому же. Леонардо, наверное, не добьет одного. Ну, так я и думал. Все. Тут легче парень на репу у нас с тобой получилось. Мы двигаемся дальше. И сейчас у нас будет битва со Шредером, по-моему. Или я Шредера уже прошел? Что-то я, честно говоря, не помню. Нет, Шредера я не прошел. Так, а здесь все точно я сделал? Да, все сделал. Идем, короче, на битву со Шредером. Блин, у Майки, конечно, здоровья маловато. Убиваем Шредера. И у нас еще, по-моему, там 12 боев будет в общей сложности, да? Ну, мы должны пройти с тобой. Давай хильнемся на всякий случай, потому что здоровья у нас маловато как-то тут. И начинаем с Рокстеди. Так. А двойной атаки не по... Нет, на Лео висит. И на Майке. Так, ну-ка давай. Окей. Так, эти дроны там начинают оскорбление. Это делает провокацию, ну и зря. Это он в ущерб себе сделал. Так, подбили. Ну, этого, я думаю, сейчас мы тоже уничтожим с тобой на изи. Окей, и идем к Шредеру. Ну, Шредер чем, ребята, как бы опасен? Своим, наверное, бафом, скорее всего, да? Своим бафом и то, что у него есть возможность хильнуться. Причем довольно... нехило. То есть он себе восстанавливает добрую часть здоровья. Смотри. Нет. Ну тогда здесь он, ребят, проиграл. Он не стал использовать хил. Он решил атаковать. Ну и за это он, конечно же, поплатится. Все. Даже еще легче получилось с ним драться.
Так, канал номер 6, да, было на двери. То есть это студия была. Он вышел из студии, где он транслировал захват Манхэттена. Так, ну что, а мы с тобой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А, даже 10 боев. Так, если нам с тобой не хватит вдруг пиццы, мы с тобой можем ее получить за задание. Там у нас есть задание сегодня, где как раз можно выбить ее. Так, ну что, начнем с паукуса, естественно. Надо начинать со снов. Да ё-моё, что за невезуха-то такая, а? Ну, а с этими легко разбираемся, они ватники. Заодно, ребята, когда мы проходим с вами вот эти вот всякие смятения из другого измерения, да, мы тем самым набиваем себе достижения. То есть уничтожаем разные виды врагов, и, соответственно, у нас с вами копится в достижениях там все это дело. Так, я думаю, наверное, Бибопа все-таки лучше наказать, да? Есть. Теперь беремся за Рокстеди. Ну, Рокстеди, да, жирный такой. Да чтоб тебя. Майки, уложи его, пожалуйста. Не, не получится. Хотя, молодец. Сработало у него все как надо. Так, Лео увалит этого Шитика, и остается один дрон. Ну, с дроном мы с тобой... Кстати, я вот заметил, что у Рокзара почему-то очень редко выпадает двойная атака. Вот в основном на Майки и на Рафаэля идет. А вот на Рокзара как-то не особо клеится эта штука. Так, ну что же, мы с тобой двигаемся дальше, и у нас... остается 9 боев. Давай вот так вот в круговую пойдем, только в обратную сторону. Здесь нейтрализатор, мутагеноид. Так, кто еще? Ну, первым будет нейтрализатор. Думаю, что не нужно здесь делать уклоняшку. Ну-ка. Твою налево не заблокировал. А если вертушку? Нормуль. Так, таракан выжил. Двигаемся далее. Так, мутагеноид, муха и саблезуб. И саблезуб. Но тут, по идее, надо как бы... Давай яр сделаем. Надо муху в первую очередь шлепнуть. Уклоняшку тоже с собой врубим. Вот так вот. Мутагеноид, ребят, не забывайте, может бросить свою кислоту и повесить на тебя постепенно урон. Так. Всего вдвоем остались? Фух. Так, ну, муха, скорее всего, отдуплится. Ну да, она в любом случае погибнет. Ну, а мы двигаемся дальше. Да-да. Это прям какая-то отдушина у меня после Shadow Fight. Просто балдею, ребят. Там трындец какой-то, там жесть. А здесь на изи. Под кайфом, одним словом. Просто расслабон. Кофеечек рядом. Просто наслаждаешься жизнью. Так, ну что, ребят, уничтожаем с тобой в первую очередь Бакстера Стокмана, да? Хильнуться, может быть? Да, хильнемся, скорее всего, для начала. Вот так вот. А теперь будем бомбить. Почему двойная атака не появляется, а? От нашего Усаги? В чем проблема? Раньше она выпадала часто, а сейчас практически не выпадает вообще. Так, ну что, грибок завалим? Окей. Двигаемся с тобой дальше. И здесь у нас Крип. Так, Бибоп. И у нас здесь Острозуб. Вот, уже лучше. Вообще великолепно. Так, Крип. Ой, зачем? Блин, не то сделал. Ладно, фиг с ним. Я хотел, ребят, смерть с небес ему сделать. Ну, ошибся немножко, да? Так, Бибоп, его надо уничтожать, потому что он лазером может бомбануть не кисло. Так, ну мы его уничтожили уже, и остается клан футовцы. Так, этот готов, и остается синий. Рокзар две атаки имеет, отлично. Все, добили мы, ребята, эту команду и двигаемся дальше. Здесь у нас еще будут черепашки-оригиналы, не стоит об этом забывать. Прежде чем на них идти, нам нужно, чтобы у нас были с тобой в откате все наши мощные скиллы. А это именно уклонение, хилки, вертушки, в общем, все. Так, грибы, конечно же, как всегда, ходят первыми и наносят урон. Причем этот урон, ну, просто видно.
Так, Кирби, давай попробуем его ушатать. Ну, блокировка способностей, это тоже, ребята, практически можно сказать, что ты его уничтожил. Потому что по физической атаке он тебе ничего не сделает, а магическую он применять не может. А магическая, ты знаешь, да, у него полет и ультразвук. Так, вот здесь лучше применить все-таки уклонение, потому что здесь мутагеноид плюс училка, ну и сам Джастин, который тоже может применять массовые атаки. Уже не будет ничего он делать. Так, здесь применяем вертуху. Опа, училка выжила. Мутагеноида в первую очередь уничтожаем. И все-таки успевает, да, сделать. Все-таки успела сделать свой удар. И ты видел, что у Рокзара очень мало здоровья. Это не есть гуд. Надо будет в следующем бою как можно быстрее нам хильнуться с тобой. Или же Рокзара просто поменять на Донателло. Ну, тоже как вариант. Так, давай, ребят, попробуем. Так, Хан, здесь Хан. Ой-ой-ой. Блин, а у Дони-то здоровья чё так мало-то? Его надо было хильнуть еще давно. Так, Хан. Ну, с Ханом-то мы разберемся с тобой, я думаю. Его, конечно, удар противный, проникающий, но он не успеет его уже сделать. Двойная атака лежит на Рафаэле, Майке и Усаге. Поэтому Леонардо может вполне сделать хил. Да? Без ущерба для наших бойцов. Так, вот здесь вот Хан со своей инициативой сейчас может сделать большую пакость мне. Окей. Так, надо... Давай массовую сделаем с тобой атаку. Можно было бы, конечно, его блокировать, но я вот решил так сделать. Ага. Хана в расход. Теперь Бибоп. И остается Джастин. Джастин имеет постепенный урон, он, скорее всего, погибнет сейчас. Проверим. Да. Знать бы примерно, сколько процентов отнимает постепенный урон, чтобы можно было бы рассчитывать. Например, 2-3 ячейки. Сколько он там? 4 ячейки забирает. Так, ребята, мы все ближе и ближе с вами. Так, подожди, Ванька, ладно. Мы все ближе и ближе с тобой к Ренгу. То есть остается 4 боя, включая этот. Так, подожди, не надо. Блин. Ну вот это, конечно, да, ребят. Вот это, конечно, пакость. У нас понижена с тобой атака. И нам еще нужно... Блин, я боюсь, что Рокзара мы потеряем. Я боюсь, мы потеряем с тобой Рокзара. Ну что это за атака, нищеброза? Во! Ху, Лео, ты как раз вовремя. Значит, живем. Так, бросаем когти. Посмотри, какой я. Посмотри, какой жук. Давай, наверное, мы усилим атаку. Раз нам понизили, мы в обратку ее. Оп. Пулеметная дробь. Мы живем. Блин, ну хильнуться бы еще, конечно, надо. Или уклонение применить. Сейчас глянем. Да, глянули. Блин, а тут, по-моему, Хан будет, да? Нет, тут Крысиный Король. Кстати, он тоже здесь почему-то имбовый. Значит, мы будем начинать с него. Есть. Так, провокация на Рафаэля. Да, я думаю, стоит брать. Боимся поджога от Рокстеди. Так, Рафаэль, давай, раздавай. У них, кстати, двойная атака. Ё-моё. Так, этого сразу уничтожили. Давай я потрачу. Я потрачу уклонение. Потому что Рокстеди сейчас будет ходить. Если успеет, конечно. Блокернёшь? Усаги, ну пожалуйста, но... Убил. Даже лучше сделал. Так, и уничтожаем последнюю крысу. Все, ребят, здесь отлично. Но потратили очень много с тобой... Супер ударов. Например, нет уклонения, нету хилки. Хм. А у нас оригинал, да, на подходе? Так, еще есть бой. Вот на этом бою нам нужно с тобой отыграться. Отыграться, ребята, ну, в каком понятии? Восстановить скиллы и хильнуться. Здоровье нам нужно возобновить.
чтобы у всех было четенько. Так, с этими маузерами разве что-нибудь сделаешь нормальное? Так, будем бомбить пока. Так, они еще и под ускорением, оказывается. Ё-просоты. Хильнулись. Так, воу. Четко. Отлично. Давай, Армагуша. Получилось, да, добить? Ну, ладно. Зато он броню на себя накастовал. Так, что у нас здесь? Нейтрализатор. Слушай, здесь мы с тобой хильнемся. Так. Блин. Шреддера давай попробуем, наверное. Ну, блокируй, ну. Не хочет. Тогда... Ага, добили. Так, Усаги, держись. Что бы нам сделать-то с тобой, а? Так, вероятность 80% на 50... Во, попробуем, а? Фух, прикинь, силу атаки на 50% уменьшили мы им. Это круто. Так, вот нейтрализатора надо теперь добить как-то. Батаранги, да, выпустил. Ну, добьешь его? Молодец, красавчик. Так, бибопчика мы с тобой. Да ёпрсте, что за дела? Хиляемся, короче. Только хил потратил, и вот на тебе. Опять, ребята, 25, а? Ну, хорош, бибоп. Минус. Так, этого мы шлепнем. И остается один клан-футовец. Так, ну что, друзья мои, оригиналы нас ждут. Ждут и не дождутся. Погоди-ка, у нас еще есть один бой там впереди или нету? Или там уже крэнк будет? Давай-ка посмотрим. Ага, у нас есть еще с тобой один запасной бой. Давай, наверное, сюда сходим. С тобой сюда сходим. Возьму я, наверное, Донателло сюда. Блин, пицца кончилась, чтоб тебя. Ладно, ребята, давайте сделаем быстренько. Сейчас пробежимся с вами. Вот здесь вот. Время для пиццы. Сколько нам там нам нужно? Да не очень много, в принципе, ребят. Можно даже не проходить обязательно вот это вот все. 15 пиццы, это, грубо говоря, уже на 2 боя. А нам нужно всего 3 боя с тобой. Так что 2 заходки делаем и все. И можем идти спокойно дальше играть. Так, давай, 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 давай. Хорош, загрузку, смотрите, я не собираюсь. Так, 15 и здесь еще 20. 35 пиццы, этого более чем достаточно для прохождения 3 оставшихся миссий, да? Поехали. Все, ребят. Тут буквально, ну, на 3 секунды делов-то было. Фух, ну что, бежим с тобой далее. Там остается у нас бой. Или пойдем на оригиналов все-таки? Нет. Или пойдем. Как этот, знаете, как на иголках. Или. У нас уклонение с тобой на месте или нет, ты помнишь? Я вот не помню. Бакстера. Давай Бакстера возьму. Я не помню, уклонение мы с тобой тратили или нет. По-моему, мы тратили хилки с тобой, да? Уклоняшку мы сохраняли. По-моему, так. Сейчас глянем. Да, уклоняшка у нас сохранена, и это классно. Значит, 50% уже, ребята, в кармане у нас победы. Сейчас мы еще посмотрим, как Усаги здесь бомбанет. Ну, неплохо, неплохо. Можно было бы, конечно, лучше, но сгодится. Так, и остается Леонардо. Все, в плане, блин. Вот теперь все. Фух. Так, ну что, друзья мои, последних 2 боя. Один у нас проходящий, и второй это уже будет заключительный с крэнгом. Погнали. Так, вот у нас проходящий. Здесь мы как раз с тобой восстановим все наши ресурсы, то есть уклонение, лечение. Но главное, чтобы все пошло гладко. Чтобы не было каких-то там потайных камней. Что он делает? Скорость. Он увеличил скорость. Так, ну, Рокстеди сможем подбить? Да, сможем. И остаются дроны. Что он там делает? Провокацию взял на себя, ладно. Пробили. Так, этого мы с тобой тоже сейчас пробьем.
Нет, не вышло. Окей. Ну и последний у нас тут бой. Здесь у нас Острозуб, которого нужно... Хотя нет, Бибопчика я, наверное, разберу. Так, слушай, ну на самом деле Крэнк, он не такой уже и сильный для нас. Просто я по старой памяти все, ребята, его боюсь. Что он может сделать, да? Своей там массовой атакой. Сейчас, в принципе, на него можно идти. Меня больше оригиналы пугают, черепашки, чем сам Крэнк. С Крэнком мы довольно легко справляемся. Он там, инициатива у него не особо большая. То есть мы успеваем сходить. И, как ты видел, урон мы наносим ему, ну, серьезный, да? Сопротивляться ему, в принципе, здесь вообще бесполезно. Давай вот так вот я возьму эту команду. Он там психует, орет, как всегда. Так, по укусу, значит, первым у нас, да, будет? Тихо, 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 Маузер. Че ты вот лезешь? Так, они еще под ускорением. Ну-ка. Давай Усаги уничтожай, отлично. Так, уничтожаем Маузера. И остается вот этот вот мелкий крыс. Да ядрить тебя на корень. Все. Ну и, как обычно, ребят, сам Крэнк. Ты видишь, там стопа была, кланфутовский знак. Ха, красная стопа. Ну что же, вот он, сам Крэнк сидит. Как всегда, потирает свои лапки. Вперед в атаку. Причем главное, что самое удивительное в мультике, ребята, вот этот вот костюм Крэнга, да? Он сам по себе как будто живет своей жизнью. Мне кажется, это как бы отдельно. Крэнг не управляет этим роботом. Это просто как носитель Крэнга. То есть робот, он сам по себе. Так, ну что, просто слушается приказы Крэнга. Давай делаем уклонение в первую очередь. Окей. Так. Блин, даже не заблокировали, фигня. Друзья мои, получается-то. Что он сейчас делает? А, ракеты. Ну, у нас уклонение, поэтому нам повезло. Так, теперь можем сделать апперкот. Чё? Фу. Повезло, ребята. А мог бы сейчас, если бы уклонения не было бы, Бакстер бы свалился бы с ног. Ну, а в данный момент победушка за нами. Ну что же, переходим к самому интересному. Это вскрытие. Вскрытие пака и вскрытие наших сундуков. Ну давай, что нам выпадет с тобой в паке? Давай, показывай, не стесняйся. Рафаэль, Донателло. Так, майки оригинал. И опять оригинал. 350 сюриков. Так, здесь у нас что? Поехали. Кошка. Но Стокман. Чё-то как-то кисло. Чё они мне... Они мне дают в основном лут вот этот вот, который мы набиваем. Чё-то кисло как-то. Леонардо оригинальный, да? Значит, получается, одно ДНК. Так, Донателло оригинал. Майки оригинал. Блин, почему Леонардо не дают, а? Донни, Донни. Так, это получается 5 ДНК на Донни, 3 ДНК на Рафаэля. И Микеланджело классика. Плюс с Рафаэлем оригинальным. Если честно, я рассчитывал на Леонардо. Потому что, ну ты сам видел, да? Нам с тобой не хватает. Где там нам глянуть-то лучше? В магазине, да? В магазине, в предметах. Да что ты? Нам не хватает, ребята, 6 ДНК всего лишь. И он у нас получит какой ранг-то, я уже не помню. По-моему, золотой, да? Сейчас глянем. Сейчас мы с тобой глянем. Так, это Донателло. Подожди, а Леонардо у нас что? Где-то выше? Вот он. Оу, ребята, золотой ранг. Он у меня получит фулл пятую звезду. Вот что я тебе хочу сказать. Ха. То есть, он вполне... претендует на платину. Да, ребята? Хотя у меня, ты посмотри, сколько персонажей ждут платинового ранга. Ты посмотри. Просто посмотри.
И сколько у меня всего лишь в платиновом ранге? Раз, два, две с половиной строчки. Прикинь. Вот так вот. Так что впереди еще очень много-много-много, ребята, боев, серий и тому подобное. Ну что, а на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.